Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнам Європейського Союзу, і по Туреччині, по Грузії, по країнам з більш віддалених регіонів. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тим, хто поки що мовчить. Обстріли території АЕС зі сторони українських вооружених сил – це потенціально крайне опасная деятельность, чрезвычайно опасная деятельность, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной-огромной территории, включая территорию Европы. И здесь мы рассчитываем на то, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние для того, чтобы исключить продолжение таких обстрелов. Реактор хорошо защищен, он имеет мощный корпус и еще железобетонную оболочку. Могут повредиться системы охлаждения реактора, в результате чего, в принципе, возможно довольно-таки тяжелая авария, но не уровня Чернобыля, а уровня Фукусимы, когда могут быть выброшены летучие радионуклиды, например, йод-131, цезий-137. Выброс этих радионуклидов, в первую очередь, йод-131, если это работающий реактор или недавно работавший реактор, и цезий-137, который достаточно долгоживущий, 30 лет период по распада, он представляет серьезную опасность для людей. В тех количествах, которые он может быть выброшен, такие оценки делались, пострадают прежде всего ближайшие области Украины, население, которое там проживает, ну и в меньшей степени, например, из акватории Черного моря. Есть расчеты, показывающие, что также гораздо в меньшей степени могут пострадать жители Болгарии, Румынии и России. Речь не идет о том, чтобы это привело к значительному количеству смертей, но может потребоваться отселение части территории, может быть, десятки километров отселения и регулярный дозиметрический контроль на пляжах Черного моря, ну и, естественно, по Днепру. Сейчас отселять никого не надо. Это отселение имеет смысл делать только в случае, если какая-то авария действительно произойдет.